Привет! Я маленькая Вера. Давай поиграем. Всем привет, ребята! Смотрите, что у меня тут есть. Какая красивая обезьянка. Сейчас я вылезу полностью из коробки, и мы ее распакуем с вами вместе. В коробке есть не только обезьянка, но и целая куча одежды для обезьянки. Сейчас вытащим обезьянку и будем примерять ей разные одежки. Ребята, вы видели, сколько у обезьянки этой одежды? Когда я закончу играть с ней, я сложу их в этот мешочек. Давайте включим обезьянку и посмотрим, что она умеет делать. От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей. И она к тебе не раз еще вернется. Я люблю свои желтые шорты. Помоги мне надеть желтые шорты. Ах, желтые шорты, это несложно. Да вот же они. Спасибо. Я люблю играть в мяч. Помоги мне надеть зеленую футболку. Зеленая футболка сейчас будет сделана. Найдем. Так, это красная футболка. Это синяя. А, вот же она. Спасибо. Ну вот, ребята, наша обезьянка почти что готова. Осталось одеть зеленые кроссовки и красную шляпу. Красная шляпа. Осталось надеть зеленые кроссовочки. Вот они. Спасибо. Пора спать. Ну вот, красивая обезьянка получилась. Давайте ей примерим другой наряд. Я выбираю желтый. Так, одеваем. Я люблю свою желтую пижаму. А, оказывается, это была желтая пижамка. У меня тоже дома есть желтая пижамка. А теперь давайте примерим ему вот этот костюм синего цвета. Так, одеваем. О, какой он в нем красивый. Синий купальный костюм. Да это не купальный костюм, а гидрокостюм. У меня дома тоже такой есть, только розового цвета, красивого. Мне холодно. Помоги мне надеть красную куртку и голубые джинсы. Да уж, лето холодное выдалось. Я тоже мерзну. Сейчас найдем твою одежду. Вот она, красная теплая кофта. И вот они, голубые джинсы. Я люблю свою красную куртку. Спасибо. Ну вот, ребята, сколько одежек перемерила наша обезьянка. А теперь самое время сложить их в мешочек. Красная шляпка. Синий костюм. Желтый костюм. Зеленая футболка. Желтые шорты. Красная кофта. Голубые шорты, зеленые кроссовки. Ну что, ребята, как вам эта обезьянка? Мне очень понравилась. С ней можно учить цвета и предметы одежды. Пока-пока! О-о-а-а! Малыш, если тебе понравилось, то нажимай на экран, смотри дальше. Пока-пока!